Всем привет! Это разбор трешки в советском панельном доме. Таких квартир большинство на просторах нашей Родины, поэтому я думаю, что разбор будет интересен каждому второму жителю нашей страны. Поехали! Мой интерес вызван именно постановкой задачи. Посмотрите на эту планировку. Это классическая трехкомнатная квартира. Их называют распашонками. Я называю это квартира пистолет, потому что она напоминает форму пистолета. А сложность работы над ней заключается вот в чем. Это семья, 4 человека, мама, папа и двое детей. Двое детей – это две девочки, одна подросток, вторая уже большой подросток. И они очень хотят для каждой дочери отдельную комнату. Вопрос – как это сделать, если помимо этого нам нужно организовать общее пространство и, конечно, личное пространство для родителей, ну не говоря уже о мест хранения. А вот это хороший вопрос. Вот такая вот непростая задача передо мной стояла. Более того, конфигурация этой квартиры очень и очень странная. Она немного отличается от похожих. Отличается она тем, что прямо в комнате, между комнатой и коридором, располагается шахта вентиляции. Честно говоря, я такого раньше еще не видел, чтобы именно в этом месте находилась шахта для вентиляции. А здесь она есть. И для меня это, конечно, оказалось большим сюрпризом. Вторая сложность заключается в том, что, входя в квартиру, там, где входная дверь, сразу же от нее слева, без всякого зазора, идет стена. Вы понимаете? Это значит, что вот в этом коридоре слева мы не можем поставить никакой шкаф. Ну, максимум гвоздики в стену вбить и повесить пальто и куртки. Я думаю, что многие с этим сталкиваются, у кого похожие квартиры. И если разглядывать эту планировку, то оказывается, что в этот коридор ставить шкаф-то больше некуда. Вот народ и мучается. То приставную стеночку какую-нибудь поставить для быстрого гардероба, то полочки какие-то наколотит. И я взялся решить все эти вопросы, задачи и придумать что-то удобное, что-то оригинальное. Ну, самое главное, чтобы это подходило для моих заказчиков, которые с этой планировкой обратились в рамках консультации. И вот вы сейчас будете наблюдать мою работу над этой планировкой. Первое, с чем я боролся, это с увеличением общей комнаты, потому что она должна вместить в себя 4 человек как минимум. Тут нужно готовить, то есть кухонный гарнитур, здесь нужно где-то отдохнуть на диване, посмотреть телевизор или просто почитать. И здесь где-то нужно принимать пищу, завтрак, ужин никто не отменял. И делал я это за счет гостиной, которая была в старой квартире, я смещал перегородку в сторону кухни и таким образом кухню уменьшая, увеличивал гостиную комнату. И здесь у меня получилось разместить диванную группу из дивана, кресла и небольшого пуфика. А между ними я поставил стол-трансформер. Есть такие столы, которые регулируются по высоте. Когда надо, он журнальный столик, когда надо, он обеденный стол. Такие продаются в магазинах, вы их можете легко найти и использовать в своих интерьерах. Так как здесь места катастрофически не хватает, я использовал этот прием. Вот такой вот мобильный столик. Когда надо, он журнальный, будем сидеть, играть в игры, там, может быть, читать, там, пить кофе. Когда мы хотим есть, ужинать, то мы будем его поднимать и садиться за него уже нормально, как за обыкновенный обеденный стол.
Это комната трансформера. Места настолько мало, что мы должны рассматривать квартиру как трансформер. Мы должны рассматривать каждое помещение как возможность использовать его по-разному. И вот эта вот общая комната используется и как кухня, и как гостиная, и как столовая за счет того, что некоторые элементы мебели трансформируются. Вот в частности, как этот столик. Вы скажете, зачем я сюда поставил это дерево? Места и так не хватает, нужно какие-то предусмотреть побольше мест хранения. Во Вселенной есть тайны, которые нам не суждено разгадать. Дерево нам нужно как раз-таки для того, чтобы хоть как-то создать ощущение простора. Это всем хочется, чтобы их квартира, комната выглядела чуть-чуть просторнее. Особенно здесь, где всего лишь 16 квадратных метров. Вот поэтому здесь нет двери в коридор, чтобы хоть как-то это пространство визуально увеличивало нам объем комнаты. Вот поэтому я поставил дерево, чтобы вокруг него тоже ощущался этот простор, что оно вообще стоит и что мы можем себе это позволить. Это говорит нам о том, что у нас есть свободное место. Мозг – странная штука, и он позволяет себя иногда обманывать. И пользуясь такими приемами, мы именно этим и занимаемся. Обманываем мозг и говорим ему, что наше пространство больше. Там, где была кухня, я сделал спальню родителей. Внимание! Данная планировка несогласуема с точки зрения закона, и вся ответственность за выбор той или иной планировки лежит полностью на домовладельце. Выбор прост. Либо как по закону, либо как удобно. И таким образом подарил им свой собственный уголок. Но где-то же должны родители уединяться. Не в общей же комнате им на диване спать, правильно? Здесь они могут зайти в свое собственное пространство. Оно с окном, хорошо проветривается. Здесь есть кровать и шкаф. Да, оно очень маленькое, шириной буквально 2 метра, чтобы туда поместился матрас. Кстати говоря, этот матрас и всю конструкцию можно поднимать и под ним организовать очень много мест хранения. И над кроватью в виде антресоли можно повесить еще дополнительные шкафчики. Это тоже хранение, потому что вещей, одежды очень много в каждой семье и нужно предусматривать максимальное количество шкафов, шкафчиков для того, чтобы все это хранить. Вторая половина квартиры – это комнаты, которые предназначаются двум дочерям. Комната номер один и комната номер два. Комнату номер два я уменьшил. Как вы видите, поставил перегородку. Сделал это я для того, чтобы получить еще одну дополнительную комнату, так называемую хозяйственную комнату, куда я ставлю стиральную машину, корзину для белья, многочисленные полочки под многочисленные вещи, которые нужно хранить. Тут же уборочный инвентарь. В общем, это такая кладовая, которая не просто необходима в каждой квартире, если вы не хотите, чтобы у вас вот весь этот хлам расползался по вашему жилому пространству. Нужно находить место вот под такие кладовки. Здесь я его нашел. Правда, за счет комнаты она стала поменьше. Но я не думаю, что девочка будет в обиде. Все-таки она получила свою собственную комнату, свое пространство. Поэтому, я думаю, она останется довольна. За счет того, что я сделал эту кладовку и сместил туда все хозяйственные необходимые вещи, мне удалось из ванной, например, убрать стиральную машину. И сейчас здесь есть только ванна и раковина, ну плюс еще какой-то небольшой шкафчик под хранение каких-то там шампуней, чего-то еще. И вторая комната — это санузел, ну где стоит просто унитаз. Это комнаты, которые очень небольшого размера, и с ними нужно очень аккуратно обходиться в том плане, что мы не должны их ничем захламлять, чтобы хоть как-то они нас радовали и хоть какой-то дизайн там получился бы. Но для этого нужно оттуда все убирать, такие вещи, как корзины для белья, стиральные машины, пылесосы и прочее. Вот поэтому и появилась эта кладовая комната. За счет такой перепланировки мне удалось сделать очень удобные места хранения при входе в квартиру. Обратите внимание, что раньше, когда мы входили, у нас не было ни единого шкафа.
А сейчас он есть, и даже два. Первый шкаф, он с задней стороны кухонного гарнитура. Этот шкаф примерно на 1,7 метра, ну, можно его даже чуточку побольше сделать. И, в общем-то, это достаточное пространство, чтобы повесить всю уличную одежду, составить обувь, шапки и прочее. При этом остается свободное место, где мы можем переодеваться. Это место остается обособленным, как должна быть каждая прихожая. И попадая в квартиру, мы уже не должны ходить и передвигаться через прихожую. Раньше в старой планировке именно так мы и делали. Ходили прямо через эту грязевую зону. А здесь мне удалось этого избежать. И помимо этого шкафа есть еще такая микрогардеробная, в которую мы попадаем тоже из прихожей. Здесь мы тоже можем хранить одежду, плюс к этому чемоданы, сумки, лыжи, самокаты, не знаю, все что угодно мы сюда можем поставить. Обратите внимание, сейчас вся одежда прибрана, она не на виду, она за дверями, за шкафами. Это значит, что все будет выглядеть аккуратно в коридоре и в прихожей. Обратите внимание, в коридоре я поставил небольшую консоль. Это небольшая полочка вдоль стены, на которой мы можем поставить какую-то красоту и какой-то декор. И когда мы будем находиться в гостиной и смотреть в коридор, в сторону коридора, мы будем видеть там вдалеке какие-то красивые вещи, которые, во-первых, приятны глазу, во-вторых, мы, когда на них движемся, мы движемся на красоту, а не просто на какую-то стену. Над этой консолью мы можем повесить какую-то картину или зеркало, например, и это зеркало будет еще увеличивать наше пространство, и это будет еще одним приемом, который позволит увеличить нашу квартиру визуально. Вот, используя такие приемы, даже стандартный советский панельный дом и квартиру в нем можно улучшить и с помощью дизайна сделать жизнь удобнее, а самое главное, комфортнее и красивее. Друзья, пишите в комментариях, если у вас остались вопросы, что вы думаете по этому поводу, а может быть, какие бы вы решения предложили именно в этой квартире и в этой планировке. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и до следующей встречи. Да пребудет с вами муза. Всем пока!